Чебоксарах после частичного ремонта ввели в эксплуатацию центральный фонтан на заливе. Ремонтные бригады выполнили ревизию насосов, электродвигателей и подводных прожекторов, после чего провели реконструкцию водорассеивающего оборудования. Работать фонтаны на заливе будут с пятницы по воскресенье с 10 утра до 10 вечера, а в праздники до 11 вечера вплоть до октября. Корректировать график работы будут в зависимости от погоды.